Это на сколько фазы? Это 200, подойдем. 200 завтра подойдем. Это беговые. Может, снять документальный фильм? Да я вижу, за отвагу там. Давай. Документальный фильм про твои ботинки? Лягушка. Прикольно. Уникальная пара, они обитают только здесь. А это что? В болотистых местах. Они вас не читают. Это она внутри стоит. А сколько такая лягушка? Сколько матрешка стоит? 500 гривен лягушка? Да. 200 гривен. Она тут одной не хватает. Вот такая лягушка 500. Какие 500? Давай, говори. Короче, вот эта лягушка, лягушка. Говно, а не игрушка. И цена 20 гривен. Это вообще не лягушка, да. А жаба. Стоит тут ракова, перекуп. Гребаный, блядь. Посмотрите, коньки он продает. Сколько коньки стоит, придурок? Вот тот, блядь. Ни хера они не стоят. Есть коньки, выкидывайте нахер, блядь. А лягушек, не знаю, лягушек. А лягушек варите и жрите. Да, твари вы все, блядь. Фотоаппараты, блядь. Нахуй никому ничего не надо. Можно мне. 13 килограмм в каждом. 13 5 килограмм. Штук. Их 5? Угу. И почем ты просишь? 100 тысяч. 100 килограмм выкручивается. Красивые. Бронза, патинированная медью, либо медь чистая. Не можем определить. Круто. Так, так вот, раз красный отлив. Чашки съемные. Лира, видишь? Сбоку. Театральный. Красота вообще. Красивые. А ты только одну выкладываешь? Один вообще здесь. Повороты, я чуть не ушел в кувейт. Короче, ты решил не ехать. Я, да? Не хочу. Ой, правильно. Я перестал Киев уже отличаться, я имею в виду, деньгами. А, вот у меня то же самое. Ну, последний раз ездила года два назад и решила... Я же один раз после перерыва в мае съездил, все. А, хотим. Да? Да. А я вообще не ездила после пандемии. Мы можем вам предложить. Это нет, спасибо. Да. Да. А это у тебя такой есть оригинал или в чем прикол? Вот это? Не, не, это я когда-то с оригиналом перефотографировал у человека, он не дал. В Анаке. Это понял, что на металлографе. Да, да, да. Фоточки. У тебя всегда все красиво. Времена. Бывает, что с того нет. Хороший вкус. Поднабрал. Спасибо. Бижутерии много, брошечек. Бижутерия как раз у меня что-то, знаешь, застроена. А мама вообще не хочет ходить, да? Не, она только после карантина не хочет ходить. Не потому, что там это, в принципе, все ее я вытаскиваю. Единственная вещь. Рума, ну много ты. Ну да, а то дожди были, кошмар. Скажи, а ты здесь? Да. Тубус сколько стоит? Тубус 100 гривен. С двух сторон раскручиваем.